Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского. Только что был нанесен, вот утро, сегодня. Только что прямо вспомнили февраль и март месяц этого года. За одну секунду вспомнили ракетный удар по Киеву. Одна из ракет, скажем так, минут, может, 15 назад пролетела у меня над головой. Просто я свист услышал. Не снять ничего я, конечно, не успел. Потому что свист был сумасшедшей силы. Не знаю, на высоте летело, так по ощущениям, может, метров 50-100, вот так вот где-то. Летело, я не скажу куда, и одно скажу, что это один из центральных районов Киева. Что называется, шла на бреющем, это была крылатая ракета с вероятностью 100%. Ее, опять-таки, скорее всего... Ну, мне трудно говорить, сбили, не сбили, потому что я работа ПВО отработала одновременно, и я не видел, попали в нее, не попали. Но либо куски ракеты, либо сама ракета упала опять-таки в одном из центральных районов города, и взрыв был не один. Я говорю о своих ощущениях, потому что ракета пролетела в 100 метрах над моей головой, поэтому я знаю, что она была точно в центре города. Вот, и не попадание, а она упала где попала, что называется, и упала опять-таки в центре. Насколько я понимаю, упала на открытом месте, но там были автомобили, упала на дорогу, это точно. И я знаю, что точно есть жертвы, потому что по дороге ехали автомобили, больше я сказать не могу. Вроде бы были еще попадания по Киеву или же сбитые ракеты, потому что отрабатывала ПВО. Значит, по всей видимости, где-то эти ракеты падали, но я взрывов не слышал остальных. Я слышал только, вот как упала вот эта ракета и как, по всей видимости, сработала ПВО. Там разница между ними была буквально там пара секунд. Вот. Это тоже, это я не видел, я слышал это все, видел, а потом уже дым увидел. Дым увидел, дым был белый. Я его даже снял, но выкладывать, понятное дело, не буду, потому что нельзя дым. Ну, вообще ничего нельзя выкладывать, соответственно, эти вещи я не выкладываю. Вот, значит, ну вот такая вот ситуация. Ну, если Путин думает, что он сильно напугал моего кота, то моему коту абсолютно все равно до Путина. Поймите правильно, я тебя не напугал, он только разозлил. Ну, теперь жди, плешивый, жди ответочку, будет с твоим Кремлем вот это. Видишь, у меня здесь на маечке? Вот. Так что, плешивый, готовься. Мой кот передает тебе привет. Слава Украине!